Такая обстановка у нас обходится в первом подъезде каждый раз после дождя. К таким разливам жители дома номер 47 по улице Клубной уже привыкли. Так сильно заливает дорогу после дождя уже 3 года. Именно столько прошло с тех пор, когда здесь по федеральной программе отремонтировали придомовую территорию. До этого было лучше, чем в настоящее время. Хотя дорожное покрытие было такое и с всякими рытвинами и прочее, но уклон был меньше и была возможность ухода воды, а не скапливание ее в одном месте. Горка ее видно сразу довольно большая. Вся вода после дождей скапливается в низине. Около подъездов в такие дни вода стоит по колено. Жильцы жалуются, пройти не намочив ноги осенью просто невозможно. Сообща своими силами, они уже который год устанавливают вот такие деревянные переправы. Да как, вот если идешь и начерпаешь, то ты не знаешь, как вступить. С просьбой разобраться, нормально, почему новый асфальт приносит столько хлопот, жильцы дома обратились в администрацию Ленинского района. Ответ чиновников удивил, те даже отрицать не стали. Вода здесь копится из-за ремонта. Когда асфальт там был разрушен, после дождя, естественно, через разрушенный асфальт вода просто-напросто уходила в грунт. Когда постелили новый асфальт, водонасыщение изменилось, грунтов, и поэтому вся эта вода, как в искусственном бассейне, начала стоять перед подъездом. По мнению жильцов, вся проблема появилась из-за того, что при ремонте дороги не проложили водоотводные стоки. У властей другое мнение. По их словам, вода в луже стекается с крыши через водосточные трубы, а это уже собственность жильцов. Поэтому избавить двор от большой воды, чиновники заявили, придется самим жильцам за свой счет. Софья Цыгвинцева, Григорий Фомин, телеканал «Моя Удмуртия».